Привет, друзья! Сегодня я покажу вам средства от боли в коленях и вообще в суставах при артрозе. Как можно избавиться от этих таких неприятных болезненных ощущений, которые забирают столько сил и не дают нормально жить. После этой процедуры боль начнет отступать через 1-2 часа. Поэтому настоятельно рекомендую вам попробовать этот рецепт на своих суставах. Готовится он моментально из подручных продуктов. Дорогие друзья, перед тем, как приступить к рецепту, прошу вас поставить лайки и подписаться на канал. Спасибо вам! Вы самые лучшие! Нам понадобится 2 чайные ложки соли. Соль беру самую обычную, не морскую. Кто-то рекомендует мелкую соль, но я не вижу смысла, так как соль все равно растворится. К соли добавляем 2 чайные ложки острой горчицы. Если есть, берите домашнюю горчицу. Будет также действенно. К этим ингредиентам добавляем 2 чайные ложки меда. Мед у меня какой-то странный стал, как постоял в тепле. Похож на сопли, но я его использую и такой. Далее добавляем 1 чайную ложку теплой воды. Можно чуть больше. Перемешиваем до однородного состояния. Вот и готов крем для суставов при артрозе. Получился он довольно жидкий, но это не беда. Наносится и распределяется он довольно удобно. Сейчас можно перелить его в стеклянную баночку, закрыть и хранить в холодильнике в течение 4-5 дней. Больше не стоит. За это время желательно использовать. Если не успели использовать, выбрасывайте. Делайте перерыв 7 дней и снова повторяйте курс. Итак, крем готов. Устраиваемся поудобнее и наносим на колено его. Хорошенько втираем. Крем от боли в суставах нужно наносить обильно. Затем обматываем пищевой пленкой 2-3 слоя. Почти готово. После этого утепляем ножку чем-нибудь шерстяным или хотя бы любой тряпкой, которая обеспечит хороший прогрев нашего сустава. Я устроился удобно, сейчас немного вздремну, а это средство поможет мне облегчить боль в суставе. Лучше делать на ночь, но если боль не дает покоя днем и есть время, прикорнуть пару часиков делайте днем. Затем снимаем все с ноги и смываем. Вот и все. После этой маски вы почувствуете облегчение в суставе. Напомню, хранить в течение 4-5 дней в холодильнике. Те эти дни делаем маску, затем делаем перерыв на 1 неделю и можно повторить курс. Если остались вопросы, дорогие друзья, задавайте в комментариях. Пишите, как вы избавляетесь от боли в суставах. Подписывайтесь на канал. На этом все. Будьте здоровы, счастливы и до новых встреч!